друзья великого света. Глубокие уровни энергии переживаются, поскольку большие популяции людей переходят через массовые изменения по всей планете. В вашем физическом мире нет несчастных случаев. Все было тщательно организовано вашей собственной душой до вашего прибытия в эту великую школу обучения. Каждый из вас вложен в определенные проблемы, травмы и сильные стороны, которые вы повторяли во многих снах наяву. Каждый из вас вызвался почувствовать боль, любовь и потерю, когда вы поднялись, чтобы овладеть аспектами, которые вы решили повторить. Как только урок проявляется в каждом сне наяву, в душе возникает глубокое понимание. Просто нет необходимости продолжать сон наяву, просто потому, что физическая форма может поддерживать жизнь. Душа знает, когда уходить, и принимает много даров обучения, когда они возвращаются к истокам. Многих тянет оставаться нефизическими по разным причинам. Это не будет постоянным, но многие чувствуют энергетическую связь с теми, кого они покидают. Они излучают частоты исцеления и любви тем, кто может скорбеть. Теперь все аспекты души интегрированы из других снов ближайшей частоты. Это просто означает, что душа удовлетворена и больше не нуждается в воплощениях выражений для определенных тем. Вы здесь сейчас для великого сдвига веков. Вы были здесь много раз. Количество раз не так значительно, как то, что вы почерпнули из Акаши всей вашей души. Действительно, вы здесь, чтобы продолжать в свете, когда вы собираетесь с теми, кто здесь с вами, а также с друзьями и семьей, на ваших родных планетах. Мы называем это блеском, сердце великолепного события. Вы один в большом количестве способов, чем вы можете понять в эти моменты. Вы коллектив, когда делитесь своими жизнями. Вы спите в том же сне. Мы с вами и приглашаем всех присоединиться к свету. Любовь – это твоя сила. Свет – ваш путь. Мы – плеядианский коллектив. Мы здесь, чтобы проводить вас домой. Мы так вас любим. Тай Гетт.